Всем здорово, ребят! Ну что, добрался до компа, решил вам записать очередной видосик на тайванском форуме. Администратор сделал такой интересный пост, я вам сейчас его покажу. Веселый пост, меня он, конечно, улыбает и, думаю, многих тоже улыбнет. По поводу плюх, какие нам дадут за наших друзей. Вот самое интересное, что они хотят таким образом вернуть в игру людей, которые из нее ушли, но они не понимают, что люди уходят не из-за того, что игра неинтересна, а из-за того, что они ее просто убили, и она стала просто донатная. И людям просто нету смысла в нее играть, потому что здесь только донат, 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 донат. Никакого развития, никакого изменения, куча новых локаций, которые не оптимизированы, куча всего, что по сути добавляется, но, ну, неинтересно в плане прокачек, в плане 14 скиллов, 10 эмблем и всего. У нас локации не меняются, у нас добавляется новое, а сам фан в игре просто пропал. Но хер с ним. Поехали посмотрим, что они нам приготовили. Такс. Тайванский форум, Android зона. Вот даже они так вот сделали. Старые игроки возвращаются для тестирования онлайн. Вот так вот. Сегодня новые игроки на новой странице AND TY возвращаются к живому тесту. AS Taiwan. Не знаю, будет повторно оптимизирован и открыт в соответствии с первым откликом на более позднем этапе. Насчет этого, честно говоря, я не понял, что они имеют в виду. На новой странице AND Taiwan возвращается к живому тесту AS Taiwan. Будет повторно и открыт в соответствии с первым откликом на более позднем этапе. Насчет этого я даже не знаю. Сейчас я гляну просто в Play Market, что они там хотели. Не знаю, что Android, да, это скорее всего Android Taiwan возвращается к живому тесту AS. Все, понял. AS будет попозже оптимизирован. Ну, скорее всего. Так. Что за события? Поехали. Будем разбирать поэтапно. Во время мероприятия игроки могут приглашать пользователей, которые не вошли в систему после 29.01.2019. И имеет боевую мощь 10 тысяч и более. Из игроков, вернувшегося в игру, приглашение прошло успешно. Введите код рекомендации приглашающего. То есть, кто вас пригласил, вы вводите код. Это именно для тех, кто не входил. 1.10. Ну, не знаю, не знаю. Получит вознаграждение. Приглашенный игрок также получит вознаграждение. Будет постоянно входить в систему, чтобы получать ежедневное вознаграждение. Окей. Количество приглашенных игроков ограничено до 25. У меня стоит просто один вопрос. У кого... в принципе, можно найти старые гильдии, у кого ребята давненько, скажем так, не заходили в игру, там, либо аккаунты. Насколько я понял, здесь будет просто код ваш, вы будете его заводить, и они должны будут его подтвердить, ну, типа такого, и потом вы получите плюхи. Самое интересное будет дальше. Награда за приглашение. Улучшенный рунный камень. Уровень 3, в принципе, нормально. Уровень. Случайный сундук с навыками крестража. Верховный отборный сундук с шпарой, блядь. Мне нравится перевод Тайваня. Ну, скорее всего, это сундук. Сундук с чарами и сундук с этими.
со шпарой, не знаю, либо самоцветы. А, бонус за возвращение. Бегство суперпитомца. Вот так вот. Легкий кристалл линейки. 20 кристаллов, адский кристалл ночного волка. Ну, волчонка дадут. Честно скажу, да, это интересные плюхи. Вот дальше награда за вход. Дальше идет 3 дня. Талант 9 уровня, 30 штук. Ну, в принципе, это реально круто. Кристалл льва. Ну, львица 10. Сундук с сокровищами таланта 20 штук. 20 сундучков с талантами 5 левела. За второй улучшенный рунный камень 2. 10 штук, сущность питомца, 200, эликсир эволюции, 200, ну это для суперпатов. И третий, награда за приземление, третьего дня, камень судьбы. Четвертый, 12, руна таланта, 10, 20, это конечно классно. Карта усовершенствования крестража 6. В принципе, гудок-гудок, личная подпись. В принципе, плюхи реально кайфовые. Если рассматривать карту совершенствования крестража, скорее всего, это карточки на сменке. Если рассматривать в целом, это круто. 25 человек пригласил, до 25 из каждого получил плюхи. Как вариант, в принципе, интересная тема. А вопрос в другом. Они таким образом пытаются поднять онлайн среди игры. Вот я не могу понять, нахрена было убивать саму игру новыми локациями и всем, которые просто ну, не соответствуют друг другу. А сейчас они пытаются вернуть тех людей, потому что, видимо, они увидели, что онлайн в игре вообще никакой. Люди уходят полным ходом, играют все меньше и меньше. Интереса к игре ноль, донатят тоже в принципе меньше, потому что понимаешь, что это бессмысленно, я тоже как бы задумался, нахрен оно вот реально надо, если я не получаю от этого уже никакого ни удовольствия, ни геймплея, то есть они убили все, битва гильдии никакая, атака фортов никакая, все локации говно, потому что наверное, 90% локаций сложно будет пройти, если мне для донату сложно и неинтересно, без донатом тем более. Ну, есть нюансы, но, конечно, равняться донату и без доната, ну, бессмысленно. И сейчас они вводят новую систему, ну, скажем так, новые плюшки. Да, это крутые плюшки, это все классно, но если бы вы не убивали игру новыми локациями, новыми героями, донатными, бездонатными, засрали 20-е, там 30-е, 40-е прорывы будут, эволюции 3-е, суперпитомцы штампуются, таланты, чары штампуются, старые нахрен не нужны. Люди уходят из-за того, что жесткий дисбаланс и неинтерес. Все, что выпускается, то есть сделано в одной обнове, на следующую обнову, но нахрен уже не надо, потому что выходит что-то намного круче. И ты понимаешь, что ты, ну, в частности, без доната сидели, тратили годами, сутками играли, как это было раньше, чтобы зафармить, интерес какой-то был. Ты заходишь, обновление, и оно все нахрен не надо. Сейчас они таким вот образом пытаются вернуть людей в игру. Ну, что я могу сказать? Это печально. Это реально печально, потому что они уже наконец-то начали понимать, почему люди ушли, но они все равно не понимают, как это изменить. Они бегают вокруг да около. Я не знаю, вот мне будет интересно, вот напишите, сколько у вас людей реально, вы знаете, что они не играют там давненько, и они захотят зайти. Ну, вот чисто ради плюх, да, я думаю, многие зайдут и захотят эти плюшки получить. В принципе, это крутые плюхи, для бездоната это вообще топчик. Но, Карл, надо набрать еще столько людей. В принципе, если они будут заходить, это будет интересно. Можно будет поискать какие-то старые аккаунты, кучу всего. Ну, то есть вариантов очень много. Но сама суть. Нахрена вот это все надо? Вам уже сколько раз говорили, писали, показывали.
Просто поменяйте немножко подход к игре, и люди реально будут играть. Игра классная, все, но вы ее убиваете от обновы до обновы уже просто бешеными темпами. Но они решили нас обрадовать вот такой вот халявой. Не знаю, как оно будет реализировано. Честно скажу, я даже не буду запариваться над этой акцией. На донате, на бездонате. Ну, как по мне, это в частности бессмысленно. Ну, то есть можно будет понаходить старые аккаунты, попросить друзей, которые не играют, чтобы они зашли, и они введут там код. Но крутые плюхи, но оно все равно, я думаю, что печально все. Очень все печально. В общем, ждем дальнейших обновлений. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.